Лариса Голубкина давно испытывает проблемы со здоровьем. Но на днях с артисткой и вовсе произошло страшное. По словам звезды фильма «Гусарская баллада», она приехала в Сеченовскую больницу на обследование, но там ей стало плохо. Лариса Голубкина упала из коляски лицом вниз прямо в больнице. «Я просто упала. Ну бывает, я не первый раз падаю. Сидела в коляске и лицом упала. Синяки будут», цитирует народную артистку РСФСР «Звезда». По ее словам, она чувствует себя хорошо. Знаменитость остается под присмотром докторов. О выписке речи пока не идет. Ранее сообщалось, что Голубкина страдает от гипертонии. Последнее время здоровье актрисы не позволяло ей работать. В 2021 году знаменитость рассказывала, что была вынуждена пройти реабилитацию в клинике, чтобы восстановиться после перелома шейки бедра. С тех пор 83-летняя пенсионерка регулярно проходит обследование и занимается здоровьем. Лариса Ивановна даже перебралась в элитный оздоровительный комплекс в районе подмосковной Барвихи.